Всем привет! Продолжаем знакомиться с художниками. Поль де Семан, имя при рождении Поль Кустурье, французский автор и иллюстратор детских книг. Был одним из иллюстраторов книг, написанных Эмилем Дрианом под псевдонимом Дан Рид. Также публиковал политические карикатуры и иллюстрировал книги Теодора Као и других. Данных очень мало. Данные я взял из интернета, из переводной Википедии. Поль де Семан был редактором журнала «La Bombe», который поддерживал генерала Буланже, к ужасу правительства, которое опасалось, что Буланже планирует государственный переворот. Поль де Семан печатал некоторые свои работы в журнале. У Поля де Семана была серия африканских приключений героя Гаэтана Фараделли с рассказом о трансконтинентальном железнодорожном проекте «Север-Юг Африка», который пропагандировался прессой. Многие из его картин узнаваемы по сдержанной цветовой гамме и бежевому фону. Некоторые из своих политических иллюстраций художник опубликовал под псевдонимом Теодор Каху. Надо сказать, что по сей день о жизни и личности Поля де Семана известно довольно мало. Но остались работы, которые мы сейчас посмотрим вместе. Ну вот все то, что мне удалось найти в интернете. Абсолютно, собственно говоря, никакой информации нет. Но зато остались картины, как я уже сказал. И поэтому давайте их просто посмотрим. Пока-пока, до свидания. Смотрим работы Поля де Семана. Пока-пока, до свидания.